20 лет свой путь в небо, как голымские мальчишки, начинают в клубе «Авиатор». Авиаракетомоделизм в городе развивает инженер Олег Гальцев. Когда-то он приехал в Когалым по распределению открывать городской аэропорт. Давняя мечта создать кружок, где мальчишки смогут обучаться авиаконструированию, стала реальностью лишь в марте 1999 года. И вот уже 20 лет клуб успешно функционирует. Вчерашние выпускники сегодня сами покоряют небо или возвращаются в родные стены, чтобы делиться знаниями с подрастающим поколением. Наша задача воспитать не столько гуманитариев, а сколько технарей, которые бы выбрали свой дальнейший путь, пускай связанный не именно с космонавтикой и авиацией, но чтобы они могли своими руками хотя бы что-то сделать и научить своих детей.